Ну, а генпрокуратура на этой неделе уделяла внимание не только депутатам. Печально известный проект «Стена» снова в центре коррупционного скандала. На этот раз хищение на 100 миллионов гривен в интересах пограничной службы. Показательно, что эти средства раскрадывались при выполнении работ как раз на самых сложных участках территории, прилегающих к зоне АТО и оккупированному Крыму. В прокуратуре утверждают, что вина должностных лиц пограничной службы доказана.